Кто такой Брон? Большой ярко-красный динозавр, возможно, бронтозавр. Как следует из его имени, с маленькими черными глазами, круглым животом, короткими ногами с тремя синими пальцами на каждой из его ног, длинным хвостом и длинной шеей. Мало что известно о Броне, но его кратко описывают как трудолюбивого и полностью приверженного любимым целям, которые он перед собой поставил, поскольку он строго позволял себе съедать только 4000 калорий каждый день. Он также любит шутки о динозаврах. Брон был впервые создан Playtime в 1961 году, сразу после Poppy Playtime. Брон, вероятно, был одним из 6 экспериментов Playtime Co., направленных на оживление их игрушек. Брон часто появляется в второй главе Poppy Playtime как препятствие, которое игроку необходимо преодолеть, чтобы продолжить. Игроку нужно включить кран, чтобы снять Брона с лифта, так как он слишком тяжелый, чтобы подняться.